Это очень важная тема, кто такой наставник, как он должен себя вести, кто настоящий, кто ложный. Мы обязательно будем общаться на эту тему. Это крайне важная тема для каждого человека в жизни. Поэтому следующий семинар у нас будет, это, по-моему, там что-то 10, это какие-то первые... 12-13 января будет тема наставничества. То есть мы будем говорить о том, кто такой старший, как, кого как уважать, как определить, правильно наставник себя ведет или нет, имеет ли он право и так далее, какие наставления надо принимать, какие не надо, какие качества наставника, какие качества того, кто принимает наставника, ученика, как действует Господь через наставник, когда не действует Господь, является он ли наставником родителей там, и так далее. Все мы будем обсуждать. Это 12-13 января. Приходите, крайне важная тема для вас. Это такой лекции я еще нигде не читал. Это будет первый такой семинар, потому что он такой узконаправленный. Обычно я говорил уже, что вот эти вебинары, они уникальны тем, что те темы, которые я не могу обсуждать в присутствии новеньких людей там, в каких-то больших городах, они будут обсуждаться здесь, на этой площадке.